парня быть не очень, никакого. Сейчас очень много подкаблучников. Это же есть пословица, то есть лучше один раз родить, чем всю жизнь бриться. Мужчины очень хотят показать себя лучше, чем они есть на самом деле. В метро место не уступает. Очень часто хочется в туалет. Бриться. Это же есть пословица, то есть лучше один раз родить, чем всю жизнь бриться. Потакать женщин. Говорит там прекрасно, красиво, но действий-то нет. То есть я могу тоже там какие-то сказки рассказывать. Я очень люблю сказки рассказывать. Сейчас очень много подкаблучников. Мужчина и девушка. Девушка просит туфли и платье, а мужчина нет денег, и он говорит: никаких платьев, никаких туфлей, потому что у меня нет денег. Ну так нельзя же поступить с девушкой. Это уровень ответственности, потому что как-то так сложилось в мире, что мужчина должен быть опорой семьи, приносить добычу, там, ужин, деньги. Тому парню быть не очень, никакого. А девушке окей, классно.